краска, иглы и боль. Только краска, иглы и боль. Только краска, иглы и боль. Всем привет! Вот и настало то самое утро, когда я собрал вещи в очередной раз и отправляюсь в путь. Что сказать, ощущения странные. Не спал до, наверное, 4-5 практически утра. Встал в 7 утра, не выспался, лицо помятое, еще такое сонное, надо было спать. Но мысли не давали покоя, кто не знает или не в курсе, еду я на реалити-шоу на экране. Вот, в Москву лечу, точнее, через 2 или 3 часа, получается, уже буду там. Лететь всего 1.5 часа. Больше добираться буду здесь, наверное, и там, как бы, в аэропорту, с аэропорта и тому подобное. Вот, ощущения странные, непонятные, толком не знаем, что там будет, не знаешь, на что рассчитывать вообще, как это все происходит, непонятно. Но настрой хороший, последние минутки дома сейчас, прям, как Илья Попович, по-моему, делал, земли наберу в карман, и да прибудет со мной сила. Так что вот, смотрите меня там. Скорее всего, это видео выйдет, когда я уже вылечу оттуда. Потому что там снимать нельзя, монтировать там негде будет, потому что компьютер я оставляю в Казани. Вот, так что вы увидите это не скоро. Но в целом, сегодня, в общем, 29 февраля. Именно вот в эти моменты, когда уже начинался путь, начиналась дорога, машина, меня посещали довольно-таки странные мысли, эмоции. Не зная, что там произойдет, что как будет, может быть, тебе придется съесть таракана, может быть, побриться налысо. Все это так вертелось, крутилось в голове, я жадно вдыхал последний воздух. Мне казалось, что он последний. Сердце билось все чаще. Чем ближе, тем было страшнее. Ну что, глотки, последние глотки свободы, спокойствие, потом такого не будет. На парковке курит полицейский. Здравствуй, Москва, снова. Хорошего дня, спасибо. Ага, давай. Всем привет! Сейчас 15-й день уже идет. Вы последний раз меня видели еще в самом начале моего пути на шоу. Вот сейчас прошло 15 дней. Вчера или позавчера буквально я сказал, что я взял с собой GoPro. Сейчас узнал, можно ли мне на нее снимать. Ну, после эфира, конечно, буду делать. Снимать что-то, какие-то мысли свои, как бы для самого себя больше, наверное. Вот, там вот здесь вот мы отсюда вот с помощью вот этой штуки разговариваем с Лерой, потому что тут слышимость хорошая, вентиляция. Вот, вот так выглядит мой номер. После эфира ноутбук забрали. Тут я уже часы снял, короче, тут уже срач. Я помню первые дни у меня так чисто все было, аккуратно. Сейчас вообще уже все грязно, как-то забил. Ну, я потом, конечно, приберусь завтра утром, если проснусь. Вот, такой вид за окном. Не знаю, видно или нет, сейчас закрою. Вот, на дорогу, грубо говоря, вид. Сегодня дал интервью казанскому телеканалу, двум казанским газетам, а одна уже напечатала. Еще у мамы интервью взяли, короче. Продвигаемся. Вот. Показать-то особо больше нечего. Ну, эмоции такие, блин, нормально все в целом.
Переживать, конечно, приходится, да, не спорю. Вот, а так в целом все хорошо, все устраивает. Бывают нервные какие-то моменты, там, ну, привыкаешь уже к этому как-то постепенно. Вот, сейчас покажу ванну. Ванна выглядит вот так, она небольшая совсем. Вот тут такой вот тоже срач все было раньше. Короче, красиво, джинсы висят. Вот тут полотенце валяется, вообще жесть. В общем, вот, так и живем. Сейчас вот Лера мне на днях, Лера это еще одна участница шоу, мы с ней как бы более-менее так общаемся. Вот такую книгу мне задарила. Я сейчас прям спал и видел последний час, как я начну ее читать. Она, ну, мне понравилась, в общем, так коротать вечера вот эти, пока ты не можешь уснуть, вообще отлично. Я еще планирую себе купить MP3 плеер, сейчас денег немножко заработаю в шоу. Какой-нибудь MP3 плеер, чтобы можно музыку было закачать в него, чтобы слушать после шоу, после эфира. Вот, потому что тут больше-то и делать нечего. Вот на беговой дорожке занимался первые 3 или 4 дня, сейчас сбросил спорт, у нас сейчас зарядка тут есть, в общем. Что еще рассказать? Сейчас посмотрел дневник Хача, снова воодушевился, скажем так. Привет, Амиран. Откушаю бигбоны, как настоящий мажор. Не, на самом деле бигбоны не кушаю, они лежат у меня как НЗ. На голодный день, скажем так. В общем, вот, думаю, этого достаточно. Увидимся. Вот прошло 15 дней, представляете? Вот у меня в блоге еще ни разу такого не было, чтобы одна склейка и 15 дней. Это же капец как много. Вот. Извините, что я голый, я что-то камеру достал, такой прям натыкал, короче, быстренько, чтобы посмотреть, что включить что-то, послушать электронику какую-то, вот. В общем, всем пока, встретимся чуть позже, наверное, через дней 5. Что бы ты там себе не пел, мне плевать, я сажусь за руль Шайен Пен. И чтобы ты потерял до речи, я буду бить тебя бесконечно, но не набью тебе бесконечность. Бесконечность. Ты не забор, бро, запомни ты. Я забиваю как проклятый. Но нет, нет, не иероглифы. Нет, нет, не иероглифы. Твоя тёлка тут будет течь. Будет со мной самые лучшие иглы. Тату, эйч, тату, эйч. 9 игл входят в тебя как буллет, буллет, буллет. Ты никогда этого не забудешь. Не забудешь. Твоя тёлка со мной, мы не смотрим кино. Темная комната на моей шее, клипкорд на полкило, и он весь, сука, и золото. Краска, иглы и боль. Только краска, иглы и боль. Только краска, иглы и боль. Только краска, иглы и боль. Краска, иглы и боль. Только краска, иглы и боль. Только краска, иглы и боль. Только краска, иглы и боль. Проходи, мой кабинет, моя спальня. Я покажу тебе магнум свой, он больше, чем у твоего парня. Ты не бойся, малыш, больно не будет, наверное. Но ни к чему нервы, только бы не порвать защиту барьерную. Я срываю с тебя полотенце, и мы падаем в ванну с интенза. Детка, поздняк, ты же знаешь, тебе уже некуда деться. Имей в виду, я забью тебя вопреки. На тебе 3 бесконечности, 4 надписи. Я накажу тебя за эти грехи. Это максимальный закрас. Всем не двигаться и лежать. Лежать, лежать. Мой держак, всем держакам держак. Слышь, слышь. И чтобы ты громче кричала и материлась, я буду делать это без вазелина. Краска, иглы и боль. Только краска, иглы и боль. Только краска, иглы и боль. Только краска, иглы и боль. Краска, иглы и боль. Только 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 краска, иглы и боль.